Хей, йога, если мы жмики, и мы продолжаем пройти руху под названием Devil May Cry 5. Мне как раз дали за золотую сферу, за вход в игру, и почему-то игруля полностью не разворачивается. Поэтому я сейчас зайду в настройки и замучу, чтобы было все GG. Я посмотрел, как сделать так, чтобы... А, да, я забыл просто еще... Так, можно мне настройки? Та-та-та, настройки игры, настройки ПК, я не помню, где это, графика, да, кажется? Оконы, нет, мне нужно без рамки, полноэкранный. Всем. Теперь нам нужно с вами, я надеюсь, оно не будет слетать, смотрите, видите, вот, все по идее, работает, но это пока что, я не знаю, как будет именно в самой игре. Так, я ж включил вебку. А, да, вебка включена. Хорошо. Поехали. У нас миссия третья. Летающий охотник, поэтому... Походу мы научимся в этой серии летать. Так, сюжет. Redgrave оказался в эпицентре полномасштабного вторжения демонов. Нера бросил вызов грозному демону-гиганту и победил его в церкви захваченного города. Встретившись с Ви... Неро узнал, что источник заражения является демонический дерево Клипот. А похоже, что освободить город им придется, уничтожив корни странного дерева. Блин, а я забыл кое-что прочесть, и я забыл прочесть это описание. Помните, я сказал, что я все прочту, типа там, где оружие у нас, виды боссов и виды самих врагов обычных рядовых. Плохо вышло, ладно. Если после серии останется время, то мы прочтем обязательно. Если я снова же не забуду. А я попытаюсь не забыть. 15 июля. Полагаю, нам стоит на две... Так, пары. Поскольку там дело пойдет быстрее. Неплохая мысль. Узри работу моего гения. А, деньги вперед. Все то, что я забрал твои маленькие проекты, уже здесь. А трудно такого навстречу мастера, как я, стоит любых денег. Там знаешь, ага, и контроль качества у тебя не к черту. А может для разнообразия. Что, бля, что, поехали. У меня и правда дар. Это же произведение искусства. Значит, ты у нас теперь деятель искусства? Вот именно, вопросы есть? Цыпленочек. Ой, блядь. А, моя бабушка произвела художественный 45 Go калибра. Он был легендарным. Хочу как-нибудь стать такой же. А художница, чьи... Так, тогда все, что я мастер. Это искусство будь это пушкой. Или кастрюлей, чтобы варить мелкие пташек. Блин, я забыл вырубить вебку. Есть еще вопросы? А? Типа моя. Пожалуй, мне пора. Если мы еще встретимся по пути, значит, увидимся у подножья Кроуна. Как скажешь. А ты чем занимаешься? Надо немного взбодриться, как будто готова там знать. Эй, если тебе еще остались вопросы, спрашивай. Я не умею читать мысли. Ну, пока что. Так, 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 у нас опять пошел сюжетик. Да, классический режимчик возьмем. Костюмом. Так, луч липстиков. Новый так, гардероб, который так, позволяет выпускать пронзающий луч при стрельбе в узких коридорах. Мы за Ви будем играть. Так, стоять, персонализация. А, у меня как раз, если что, сейчас. Должны быть сейчас эти души, поэтому сейчас все замутим. Если их все не потратил. О, оно мне что-то еще даст. Привет, привет. А у меня есть для тебя новая рука. Убойная штука. А, убойная шутка. Кулак разрушения.
Сталом Коварта. Сделай то, что он было очень непросто. Это прикольно выглядит. Ага. Так, у нас 11 тысяч с вами. Что мне по вебке? Блин, вот это, что я немного не знаю, будет ли вебка, либо нет. Поэтому я, типа, сейчас, ну, пытаюсь более-менее привыкнуть к этой херне. Так, способности. Пам. Хера. По 45... Короче, мне нужно... Здесь мне нужно не меньше 40 тысяч. Я хочу вот это прокачать, типа, стрельбу. Так, алая. Комбо алой. Королевы Д. Так, рулетка. Перетасовка. Ага, здесь... Давайте комбо купим. Так, у нас 2000 остается. Я не знаю насчет руки, потому что в основном мы их не используем. Так, стоять, нет. Это у нас руки, да? Бластер, косарь. Блин, на самом деле дорого выходит. Нафиг надо. Мы можем лучше себе синюю эту купить. Сфер, давайте хп восстанавливать себе. Купить эту за сферы. Да. А, так мне сразу на единицу повышает. Ничего себе. Так давайте и это, слышите? Насобираем денег и понакупляем себе этих хпшек. Чтобы дольше жить. Выживать, так сказать. Чё, летающий охотник, скорее всего, нам дадут за этого поиграть. Ну, может быть, я сомневаюсь. Или мы кусочки, подождите, собираем синие. Именно покупаем. Ладно, начать миссию. По идее, мы выбрали костюм для Неру, поэтому будем играть за Неру, я думаю. Если мне уже после того, как я пройду основную часть, и там будет доступен Данте и Ви, то мы поиграем из-за них, может быть, если будет чем-то хотя бы отличаться сюжетная линия ихняя. Но я говорю, я ничего не обещаю. И, блин, нужно немного будет, конечно... Я просто посмотрел предыдущие 3 серии, а там очень слабо слышно игру. А, в принципе, можно это сделать. Подкрутить звук. В игре. Посмотрим сейчас, типа, запустится все это дело. Или нафиг надо. И так нормально. Ладно, вперед. Тоже мне командная работа. Так, возвращаем. Так, сохранение. Путь троса 1. Встаньте на платформу, подсвеченную красным огнем. Когда рядом нет врагов, чтобы пламя так стало синим, а в воздух появится точка темного захвата. Окей. Так, все, теперь вы, по идее, должны видеть мои хпшки и мои активные вот эти пулюхи. Пулюхи. Так, все, возвращаемся. Так, сначала я использую крюк с тросом, если, конечно, не хочешь цепляться руками. Блин, нужно, короче, зарядить полностью. Все, зарядили. Я хочу посмотреть, может, здесь будут сферы. Потому что сферы мне... как-никак нужны. Походу нет, ладно. Так, шифты нажать. Так, для перемещения на эту. Поехали. Так, я вижу сферы жизни, либо ту сферу бабок. Одно из двух. Пиромант. Крылатый обман. Летающие дружочки.
На. Что игруля как-то. Медленновато. Давайте немного, может, графон сделаем ниже, намного ниже. А, попробуем, будет ли... А, попробуем, серьезно. Низко, низко. А давайте даже на минимум поставим. Низко. Давайте попробуем. Ну смотрите, в принципе, даже графоний нам на минимуме, но. Ну да, типа тени, да, я вижу по теням, херово. Ну, по внешности... Чего плохого? Не, давайте, наверное, я немного хотя бы это... тени сделаю получше. Где? Так, качество светов... Давайте хотя бы на этот. Часы. Хотя бы низкое, чтобы было. Ну, вы видите, по сути, он должен намного быстрее бегать. Намного быстрее. Да, это денежки. Или посрать, поставить эти. Все-таки на минималках. Я хочу динамическую игру. Так, как с ближайшими, надо же с чего-то начинать. Давай с ближайшими врагами. Так, я могу туда же попасть, да? Невидимые стенки. Обидно. Ну, почему он такой медленный? Блин, я хочу этот. В HD поиграть. Версия. О. Они там сражаются? А, у меня ж походу это, да, включенный. Воу-воу-воу-воу. Как он называется? Сетевой режим. Так, из четырех. Так, на магический синий осколок жизни. Да, все это мы читали. Нам еще нужен один, чтобы. Чтобы. О, тихо. Так бы сейчас пропустил. Ага. Как туда попасть? Я не... Подожди, а как мне туда попасть? Прикольно. А может я там что-то упустил? А, кажется, что-то упустил. Может от тебя? А, ясно. Ну ладно, в принципе, да. Сейчас. Так вы летать умеете?
Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. На. Не достаю, да? Почему мне другой игрок мешает играть? Ну, заметьте, мне даже награды дают, как бы, за вход ежедневный. Если что, вот это кристальчики, да, которые мне дали, то, короче, осколок, короче, желтая херня, благодаря которой я могу воскреситься. О, нифига себе. Вот это вот такой осколочек жизни. Сфера воскрешения. Золотая сфера. Магический золотой камень. Так, соответственно, створенный секретным способом. Воскрешает воина и полностью восстанавливает его здоровье. Это, короче, о чем я и говорил. Динамически, давай. Видите, главное, сама вот мышка, да, вот и игра, как бы, она непонятна, она как будто все в слому превращается. Довольно странно. Так, о, тихо. Чуть не забыл. Руку. А, я понял. Да, до свидания. Туда нужно отправиться. Бля. Классно. Блин, я руку Мегамена взял на самом деле. Типа, знаете, как будто, я не знаю, у него протезы зависают, и он очень медленно. Но почему я решил сделать так, чтобы, типа, я мог убирать этот вебку. Чтобы сразу делать принтскринчики, чтобы потом не мучиться. Так, а как мне тогда туда попасть? Воу-воу-воу-воу! Разрушители. Так, вижу сферу денег, еще вижу сферу денег. Там что-то блестит. Этот клипот. Черт с ним, надо Так, рубить это срочно дерево. Подожди. Так, темный захват. Нажмите Shift колесико после атаки цели. Так, после атаки цели. Наносите так удары по определенным местам, чтобы обнаружить точки темного захвата. О, еще кристаллы. Я не понимаю, почему он автоматически туда это притягивается.
Так, ну в принципе здесь больше ничего нету. Поэтому тут ловить нечего. Ни хрена себе, ты потратил всю энергию. Хорош, Нера. Так, значит, сначала... Бам. Значит, еще в определенный момент это нужно делать. Бам. Бам, бам, бам. Еще один. О, там еще есть один. Бам, бам, бам. Давай, 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 давай. Расстреливаем, расстреливаем его. За то, что я его еще бью, мне еще дают души. Считай, души на халяву были. Там еще один этот. Херат мне сфер дают золотых. Давай, 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 давай. Вот видите, я бью, еще типа из него падают. Так, заряжай, заряжай, заряжай. Так, сфера жизни. А большая сфера денежек там. О, какое древо. Да, сколько здесь денежек? Пипец. Ух. Много. Так, можно отправляться. Так, а куда нам хотя бы идти? Стоять. Ага, все вижу. Так, вижу еще там сферу жизни. Что, и много их дают слишком? Я навряд ли их буду юзать, потому что они типа... Ну, сдохнем, сдохнем, какая разница? Так, щупальцем. Надеюсь, мешать мне не будут. Так, место битвы с боссом, давай. Или хотя бы с врагом. Так, это трубы, я понял, это красносферы. Просвечивается. Ну, хотя бы выйдите, быстрее перебежку прокачал, чтобы быстрее передвигаться. Да, но он все равно замедляется. Так, сгустки крови демонического древа. Иногда на корнях демонического древа можно найти сгустки крови. Уничтожать их, чтобы получить красносферы, а также открыть новые проходы или иные способы изменить окружающий мир.
Прекрасно, теперь мне мешают корни. Так, давайте я хочу посмотреть сначала, что здесь. Вот видите, здесь он типа в закрытых помещениях быстро передвигается. Ну, более-менее хотя бы, ладно. Так, у нас уже 23 тысячи. Могу заметить. Ох ты ж, ё-моё. Давай, давай, давай. Да, вот здесь вот динамически, я не отрицаю. То, что здесь закрытое помещение, и замечу, что мне все на минималках стоит, блин. Откуда, интересно, они растут? Я даже на ультрах играл, у меня все равно одно и то же было. Давайте я хочу насладиться этим. Не, ну это видно сразу, что... Он намного быстрее атакует. Очень быстро. Здесь соглы, здесь без каких-либо бариков. Походу стену, да, сломает это. О, там проход есть. Давайте сначала это место сломаем. То есть у меня проход все равно закрывает два этих. Но заметьте, что походу новый враг будет. Не, ну видно, что динамически стало, да? Значит, да, это все-таки... У меня видеокарта не подходит. Блин, в таких местах идеально все происходит. Он даже намного быстро очень передвигается. Все, проход, по идее, открылся мне. Угу. Оно все равно у нас с вами. Мне нужно его убить. Если я его не убью, у меня потом проблемы будут. Не, пистолет типа уменьшает мне это. Все, эсточка, эсточка, сысочка. Мне интересно, что там все равно в стене какой-то проход есть. Но если по сути верить информации, то стены некоторые вещи может уничтожать Ви. Походу, мы должны будем все равно играть за других персов. Типа разветвление сюжета. Бинго. Бинго. Говоря, самое сложное, это играть за Данте, потому что у него там чисто платформер. Угу. Хорошо.
Зачем мне это сердечко? Не понял. У меня двойной прыжок есть. У меня все равно двойной прыжок есть. Сфера жизни. Хотя это уже четвертая сфера жизни, поэтому мне должны уже... Да, синяя сфера кристалл собранный и 4 синих осколков увеличивает максимальное здоровье. Поэтому все нормально. Ой, тихо. Немного побежал дальше. Я хочу в такой динамической обстановке сразиться с боссом. Ну, вы, скорее всего. Призрак. Ножницы разрушения, ножницы смерти. Так, вот это будет опасно, мне кажется, вещь. Блин, раньше из вот этих ящиков и все такое падала валюта. Сейчас, походу, такого уже нету. Как было в предыдущих частях. Да, призрак улетел. Ё-моё. Иди с тобой, козёл. Давай, 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 давай. А как? Я не знаю, как уворачиваться. Как управлять? Как мне уклоняться? Как уклоняться? Давай, 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 давай. О, воу, воу. Не, все равно как-то непонятно, как управлять. Ну, пробивать блок и уклоняться. Неудобно. По идее, вот так, да. Короче, нужно боком целиться, да и все. Будет более-менее. А хила нету. Боль, печаль. Ой. Опа, я еще вижу денежку. Не, призраки какие-то сильные. Так что погнали по книгам, туда заскачем.
Готово. Боссы сраные. Я не удивлюсь, если босс будет в виде призрака. Не, мрачная, более мрачная обстановка, это в... слабый, не могу никого защитить, это я знаю. В четвертой части атмосфера очень классная и ужасающая. Давай. Телефон использовать? А, твой выход, Ника. Сам знаю, что я не под... Так, не подведу тебя. Так, походу, скоро уже будет битва с боссом. Если тут Ника. Да, сколочки эти тоже хилят. Но мы сейчас, как я и сказал, все потратим на хпшку. Все тратим на хпшку. Предметы. Ну, смотри, золотые сферы кончились. Я еще могу 2 купить. Скорее всего, за 9, потом за 10 тысяч, да? А не, за 18. Ну, за 18 я уже покупать не буду. Ну, пока что. Денег нету. Та-тан-та-тан. Рулетку вкачать. Блин, мне бы пистолет улучшать начинать. А, сферу купим. Да, закончить персонализацию. Если это уже 18 тысяч, то есть оно вдвое, да, делается или как? Хотя нет. 18, значит, следующее будет в районе 30. Ух ты ж, ёп. Поехали. Надеюсь, у меня хотя бы сохраняется, мне не придется заново проходить полностью игру. Типа уровень, как это было в предыдущих частях Devil May Cry. Ну, если брать первые вот эти, первую, вторую, третью. Священная скверна Артемида. Забыл. Что, ни болтовни, ни молитв? Сразу переходим к делу, а? Я забываю про камеру. Тихо, вот это плохо. А, все равно не попало. Мне не нравятся эти круги. Почему ты ее призываешь к себе,
Давай, 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 давай. Залипание клавиш, серьезно? Открылась. Давай, 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 побежали, побежали. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Не, пули ее не берут. Воу-воу-воу, мне кажется, это плохая идея. Все. Давай, 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 навалим, навалим. Ой-ой-ой-ой. Да эти херовины уничтожай. Вау-вау-вау. Не-не-не, она мне не достает, я впритык к ней подошел. Ой-эй-эй, вот это было нечестно. Все. Это Шишона или... А, леди. Ходящий арсенал. Леди. Подруга Данте? Это же леди. Ты знаешь ее? Со времен моей работы оружейцы. Чего? Как ты мог так поступить с Керри? Придется что-то и такое там, то там. Шучу я. Слушай, а тебе штаны не нужны? Смотри, мне еще не думает чего. Она же полностью точная. Кури убила бы меня на... На-на-на. Да это. Фу, что-то душно. Мать, руба горячая. Так, все, очки стиля нам получены. Но ашку мы с вами выполнили. У красных сфер мы получили. О, ништяк. Да, вернулся в главное меню. В принципе, сейчас 44 минуты, значит, у нас еще есть немного времени, чтобы посмотреть, что у нас находится в библиотеке по досье. Поэтому, галерея. Еще нужно посмотреть, что такое пустота. Мы так и не посмотрели в прошлой серии. Мы только посмотрели это интро, с чего начиналось. NC. Так, отчеты ником. Так, отчеты герои Нером. Так, владелец Devil May Cry Так, предприятие на колесах. Настоящая жемчужина, так, колесящий по улице Фортуны. В ордене меча Нера готовится в себе обед, так, святого рыцаря. Но тут демоны приняли донимать
Кирии, его любовь морковь. И наш паинька решил, что самое время раскрыть демонические силы его правой руки. В ходе событий в Фортуне Неро узнал о своей связи с Ямато, мечом, который никогда владел брат Данте. Эта самая связь – верный признак того, что в его венах течет кровь Спарды. Вскоре после шумихи в Фортуне так Неро потерял свою чудо-руку. Но, к счастью, ваша покорная слуга сумела его подлатать, призвав на помощь офигительные технологии. И вот наш Неро снова в строю и силен как никогда. Он, наверное, страшно благодарен, просто нельзя говорить об этом. Я все понимаю. В принципе, смотрите. Что стаб значит? У нас есть еще. Так, на руки Неро. Если верить Кирии, сегодня Неро так гораздо спокойнее, чем ранее. Ну что тут говорить, он же сгонял в ад и обратно, много кому набил там морду, и все это без одной руки. Короче, парнишка с сложным характером. Конечно, он и одной рукой дерется лучше, чем многие тремя, но лезть на рога к своему владыке демонов без своей королевской правой не самое разумное решение. Впрочем, у меня при этом появился шанс придумать бич дьявола. Так что затея имела кое-какие плюсы. Сменить персонажем. Ника. Так, оружейница от бога королева машин, это ваша покорная слуга. Я внучка единственного и неповторимого Нел Гельдштейна, художница 40-го калибра. Оружейное дело у меня в крови. Интересно, Неро вообще понимает, как ему повезло работать с такой лихой подругой, как я? О, у нас нихера, тут даже есть облики. Ника, за работой. Да, я знаю, что украшу с собой любой наряд, но мой любимый костюм – прикид механика. Когда я так его надеваю, то прямо облачаю в священное одеяние церкви большие пушки. И у меня всегда на готове проповедь. Ну и что сигареты и пепел не останавливают на этом костюме следов. Тоже неплохо. Так, Ника в рабочей одежде. Когда работаешь с кусочками демонов, очень важна осторожность. Не раз и не два доводилось мне возиться с кишками адского зверя, а в результате они стекали у меня по лицу. Говоря начисто, такое лицо и нужно беречь. Представьте, как все страдают, что я плачу свою красоту. Что я прячу свою красоту? Ну ладно вам. В разлуке с... Старость только крепнеет. Не волнуйтесь, работу я закончу в момент. Так, Неро. Моррисон. Мы с этим парнем никогда не встречались, мне попадались только слухи. G.D. Моррисон. Агент, который подкупил Данте пару демонических работенок. Подкинул, да, наверное? Да, подкинул. Леди вроде тоже пару раз с ним пересекалась. Отлично. Хоть один знающий человек есть. Почему бы ему не поделиться с Неро одной или двумя заказами? Так, и у нас сам Неро. Так, давай по оружию. Адская королева. Установи двигатель внутреннего сгорания на меч, чтобы усилить его удары. Хорошая идея. Похоже, оригинальная конструкция была разработана папочкой. Ты лишь слегка доработал ее изготовление, свою алую королеву. Должен признать, увидев ее, я еле сдержал смех. Сделал такую штуку мог только конкретно поехавший, если бы не твоя демоническая кровь. Эта штука бы оторвала тебе руку, даже представить страшно. Хера там, наверное, движок. Алая королева и синяя роза. Глядя на этих чудовищ, я начинаю задумываться, гений ты или безумец. 16-рядные револьверы выпускают по 2 пули за раз. Чтобы такое придумать, надо быть настоящим психом. Подумай только, снаряд из нижнего ствола прошибает броню, а верхний затем впирается в тело жертвы. А как тебе в голову пришла эта безумная идея? Черт, какого я обманываю? Отличная штука. Так, прелюдии. Первая рука, которую я сделала для тебя после того, как ты лишился прошлой.
Так, отличается... Ой, подождите, там... А, не, не было. Отличается независимым дизайном, чтобы ты мог носить ее, не привлекая особо внимания. Но зная окружающие о генераторе, что я в нее засунул, они были бы шокированы, возможно, в буквальном смысле. Думаю, мощи штуки будет достаточно для любого демонического отряда. Так, имя намекает, что это лишь прелюдия. У меня голова прямо пухнет от разных идей. А то ли еще будет, уж поверь. А, так, понял. Первая рука, которую я сделал для тех, тебя после того, как ты это... Оно ничем не меняется, да? Типа, как она превращается. Но заметим, что это, типа, молниеносно, типа, удар молнии идет. И, получается, он сбивает блокировку. Поэтому я чуть не пойму, как между руками переключаться. Кавардак. Когда я была маленькой, у нас на площади была странная горка. Она-то и натолкнула меня на этот дизайн. Благодаря простой конструкции, вся энергия концентрируется на кончике, чтобы врезать врагу как следует. Я старалась добиться точной подачи, думаешь, получилось? Конечно, рука может держать предметы, но с трудом. Честно говоря, я бы с радостью убрала эту функцию. Упростила бы дизайн, понимаешь? Фига себе, при раскрытии какое мощное. Убойная шутка. Я проанализировал образец Галифа и исследовал его материалы для создания этой штуковины. Реактивный нагнетатель основан на механизме горения, действующем в брюхе этого дуболома. По сути, это кулак с ракетным двигателем. Полагаю, позер типа того. Может найти ему применение. Это который мы использовали. Гербера. Я придумал эту конструкцию, когда смотрел на цветы. Она Гербера, если точнее. Что? Девушки уже что, нельзя легко украсить мастерскую? Так, лепестки. Служат сложные оранжевые так печи. Это печь, созданная сильная хэжар, которую можно высвободить в виде ударной волны. Скажу тебе, это очень крутая ударная волна. Так, эта детка умеет и атаковать, и защищать, и даже двигаться. Ну, нифига, это как будто, знаете, вот эти, типа, солнечные тарелки. В космосе. Ага, все. Ну, видите, нам не все показали. Так, предметы. Красная сфера. Так, магический красный камень, кристаллизированный демонической крови, можно получить за убийство демонов, служит... Мерилом успеха сражающихся с легионом зла. А можно обменять на оружие и навыки или использовать для возрождения. Даже видите, если мы сдохнем, мы сможем изюзать. Груда красных сфер. Так, зеленую сферу мы читали. Подождите, не-не. Магический зеленый камень кристаллизированной динамической жидкости, наполненной энергией тех, кто ее касается. Так, облегчает боль и излечивает раны. Подобрав сферы, можно восстановить часть здоровья. Магический золотой камень, сотворенный секрет. Так, это мы читали. Детеныш Нитхера. Паразит питается так ослабшими частями клепота, повреждая в процессе его внутреннюю структуру. Нитхер подъедет клепота с огромной скоростью, из-за чего слабые места в корневой системе древа быстро разрушаются. Быстрее, знаете, похоже на какую-то, я не знаю, херовину в виде гусеницы. Вот эти наши есть шипастые. Так, подождите. Больше здесь нету, да? Нету. Потом, приемы. Ну, приемы это понятно. Если что, мы приемы, по сути, все можем... Пешки. Ну, как вы видите, больше ничего такого. Так будет быстрее. Так, и получается, у нас остается еще 5 минут. В принципе, я могу потратить это. Враги у нас пошли. И это еще не боссы. Эмпузы.
А похоже, тебе частично придется встречаться с этими паршивыми сосунками. Ведь они, правда, сосунки. Так, эти рабочие муравьи только и делают, что сосут кровь жителей Реттергрейва. Набив задницу красной субстанции, они тащат ее к клепоту. Так, радует только, что они довольно тупые и не заметят тебя, пока ты сам чего не отмочишь. Но будь осторожнее, в больших количествах рабочие муравьи вовсе не такие уж слабые. О, тут еще и модель можно посмотреть, как он выглядит. Вот это прикольно, типа, что можно. Да, мордашка какая. Зеленая эмпуза. Если тебе так казалось, что хуже этих жуков быть уже не может, то придется тебе слегка огорчиться. Зеленая хрень у этих задницах. Это некая. Так, никакая не кровь. Это целительный нектар, который практически мгновенно заживает раны других демонов. Советую убивать этих ребят первыми, чтобы сразу избавить себя от хлопот. Так, да, еще и они плюют каким-то ядовитым соком. Так что это самое. Может, захватишь зонтик? Ну, в принципе, знаете, я видел, как он только один раз восстановил прохода и все. Как красные эмпузы. Ого, а вот это редкая тварь. Вот тебе наглядный пример силы крови. Эта гадина только ее выпила, что ее тело кристаллизировалось. Думаю, парочку ударов будет достаточно, чтобы отколоть немного кристаллов. Ты также можешь завалить твари и собрать их все. Проблема лишь в том, что, судя по моим сведениям, это чудовище очень пугливы. И лишь завидев опасность, они сразу пускаются на утек. Если хочешь разобраться, лучше не с мешкой. Давайте мы, типа, посмотрим на них. Да. Блин, я сначала думал, что да, похоже на муравьев. Адский Каин. Это неуклюжие дистрафики, жители подземного мира, пушечное мясо легионов ада. Там было время, когда эти твари могли появляться в мире смертных, только вселившись в деревянную куклу, кусок глины или еще чего-то. Теперь же эти гады чувствуют себя в Реттергрейве как дома. Что это значит? Что барьер между мирами, демонами и людьми начинает рушиться? Итак, тактический анализ. Их косы кажутся незамысловатыми, но они очень длинные и покрыты зазубринами, которые вызывают сильное кровотечение. Так что уклоняйся. А ну-ка, давайте посмотрим. Понятно, что у меня сейчас графон не на минималку, поэтому... Да, я вижу зазубики. Так, адский Антонор. Так, берешь адское Каина, пытаешься его, пока он не обезумит. Даешь ему в руки оружие, и получается вот такая штуковина. Их топоры крайне неприятные, да и машут они ими очень шустро. Если уродцев так подают в бешенство, жди быстрой атаки. Судя по собранным ворсам, эти твари крайне восприимчивы к боли. Приимчивы, поэтому не думай, что они позволят избивать себя, как котят. Так, свалив их, не теряй бдительности, только повернешь к ним спиной, как они скачат и начинают махать оружием, как безумцы в припадке. Хорошо. Пиромант. А слышал присказку, как адская летучая мышь? Что ж, вот как она выглядит. В брюхе этих кожистых вредителей находится какая-то каменная горение. Что это значит? Они дышат огнем. А поодиночке они вряд ли смогут слишком уж сильно поджарить твою задницу. Вот только если на горизонте появится их стая, тогда да, это проблема. Так, ножницы смерти. Вот эта херовина, блин, жесткая. Конечно, я буду великим инженером, глубоко ценю и уважаю законы физики. Поэтому, когда эти жуткие призраки просачиваться через стены с ножницами наголо, я начинаю немного нервничать. Но они же не могут всегда быть бесплодными, иначе как они блокируют твои атаки своими ножницами? Насколько я понимаю, у них всех запрятанная башка. Следи за головой и целься в нее.
И как может... Так. И как может... Окажется, что они не так уж и страшные. Призраки ножничные. Так, что, все? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще 12 видов у нас будет врагов. Корни клипота. Эти переплетенные корневые клипота можно найти по всему Редгрейву. Их внешняя оболочка чудовищная... чудовищно прочна. На то, чтобы расколоть ее твою мечом или разбить пулями, уйдет полдня. В принципе, аналогично, без такой мощной коры в аду делать нечего. К счастью, у этих душек душа нараспашку. Ищи пульсирующую красную биомассу среди их корней. Думаю, эти штуки своеобразное сердце, которое закачивает собранную кровь в клипот. Ну, каждая девушка знает, что стоит раскрывать свое сердце, как его сразу разобьют. Уничтожь пульсирующие красные кустки, и корни увянут. Страшно представить, сколько крови им потребовалось, чтобы так раздуваться. В принципе, это первый у нас боссик был, да? Корнеплотный. Почему именно вот эти части, херовинки не показаны там? Так, Голиаф. Этот демон зовет себя Голиафом. Мне нравится, когда они сами представляются. Это заметно облегчает мою работу. Думаю, заведем такое перекачанного гиганта. Думаю, завидев такого перекачанного гиганта, ты сразу же решил, что он тупой как бревно. И будешь прав. Однако, пасть в его брюхе, тут еще подарочек. Он затаскивает туда всякие поджаривает его, превращая в адский барбекю. Возьми эту идею на заметку, когда буду расширять арсенал. Это что выходит? Этот урод заслуживает нашу благодарность? И Артемида. Слышал о Макейвале? Он легенда, один из лучших оружейников подземного мира. Ты поверишь, если я скажу, что Артемида никогда была оружием, что они изготовили? Похоже, объединивши пушку и человека, можно создать вот такое. Черт, хотелось бы я взглянуть на нее при жизни. И энергические лучи, что она в тебя метала, были прекрасны, правда? Как танец разрушения. Да, красотища. Так, бесценная реликвия, один из последних сохранивших артефакт руки мастера. И тут, бац, приходит кое-кто и ломает его нахрен. Оставь меня, мне нужно побыть одной. Такое... Ну это, знаете, быстрее как рыба и птица. Ну, в принципе, все. А, нет, там еще был этот. Вот. Уризен. Говорим. Так, твоя цель — владыка подземного мира. Штука в том, что в текстах под... по демоническому об Уризене ни слова. Хотя, казалось бы, он владыка всего ада и должен быть хотя бы немного знаменит. Ну, суперзвезда или нет, но ему явно хватит сил удержать трон. Но это тебе и так известно, да? Слушай, если ты правда хочешь его победить, будь осторожен, ладно? Блин, вот он по сути очень жесткий, мы с ним сражались, но мы даже его форму, по идее, не уничтожили. Это вот этот кристалл защиты. Ну и, в принципе, больше у нас тут ничего нету. Мы все уже посмотрели. Письма. Так. Профили. Что такое? Кирием. Иногда мы встречаем дам, столь добрые, что их зовут... живыми святыми. Что ж, признаюсь, если уж
кого и нарекли эти тупилом, то только Кирия. Сейчас она присматривает за малышами в детском доме Фортуны. После всего этих ужасов, что произошло на острове, можно сменить, смело сказать, без нее бедняжки бы уже давно сгинули. О, ее незаменная красота не стоит и говорить. Если бы не Нейра, парни бы бегали за ней табунами. Не знаю, что такая лапочка нашла в этом топляке. Но это не мое дело. Наверное, противоположности притягиваются. А, по сути, смотрите, четвертая часть. И просто Devil May Cry, да? Или третья часть, подождите, это где мы играем за демона с рукой. Блин, я не помню, походу мы играем за демона с рукой. В четвертой, да, части начала сначала. А, четвертая часть. Это Неро у нас, так оказывается, был молодой. Я думал, то Данте просто старый уже. Так, темный рыцарь Спардан. Куда бы ни засунули тебя в странстве, легенда о темном рыцаре Спарде знают везде. А демоны-мечники, победившие владыку подземного мира и запечатавшие его, чтобы спасти свою возлюбленную. Чтоб меня, да, так, в наше время не найти ребенка, который не знает эту историю. Народ Фортуны, однако, переплюнул всех. Они там взяли и так основали вокруг этой легенды настоящую религию. Не спорю, так, не спорю, свидетельства о жизни Спарды, конечно, существует, но... Но о них известно лишь горстки людей. Мама рассказывала мне о Спарде, когда я был маленький. Была маленькой. Она считала, что это просто хорошая сказка на ночь. Папа же. Папа был из Фортуны, поэтому он верил всем легендам безоговорочно. Правда... Он никогда не навязывал маме своей религии. Так, может, он думал, она ему не поверит, или может, он так сильно ее любит, что ему было плевать, во что она верит. Так, их уже давно нет в живых, поэтому трудно сказать наверняка. Представляю, что сказала бы мама, узная она, что я работаю с настоящим отпрыском Спарты. Могу поспорить, она бы упекла меня в дурдом. Прости, мама, но Спарда — это не сказки. Нейра и Данте — это ребята, тому живое подтверждение. Так, еще у нас есть документы Клипот. Говорят, это Клипот — это древо жизни, находящееся в мире демонов. Это источник жизни, который собирает людский кровь, источник демонической силы. Так, раз в несколько тысяч лет древо приносит плод из собранной крови. Тот, кто съест этот плод, получит абсолютную власть над своим сущим. Так, Триш сказала о демоне по имени Миндус, который съел такой плод и стал владыкой подземного мира. После этого дерево более не плодоносило, поскольку Спарда разделил мир демонов и людей. Ну а сейчас граница между мирами стерлась, и Клепот вновь принесет свои плоды. Осмелюсь предположить, именно ради этого древо вновь раскинуло свои корни. Потусторонний мир существует по иным законам. В отличие от обычного деревьев, Клипот прорастает вглубь земли. Чтобы найти плод, нужно двигаться вниз. Полагаю, не стоит рассказывать, какие создания там обитают. Так, газетные статьи. Множество горожан были убиты в центре Грейв-Сити вечером 16 числа. Точное число жертв неизвестно, и убийца все еще на свободе, убийца. Полиция прикрыла ближайшие дороги, ведущие активные поиски преступника, и начато расследование. Так, согласно официальным данным, число жертв резни в Грейв-Сити исчисляется сотнями. Останки погибших ужасно изуродованы, в некоторых случаях удалось найти лишь части тел жертв. После инцидента поступило много сообщений о пропавших, однако их тело пока не удалось найти. Полиция пытается восстановить картину происшедшего, но основными показаниями горстки выживших и старается быстрее оценить урон. Полиция сообщает о трупах женщины, найденной в обугленных руинах жилого дома, сгоревшего в ночи происшествия. Женщина предположительно была хозяйкой дома. Однако точно этого не установлено. Согласно показаниям, другие выжившие с ней проживали двое близнецов. Их останки пока не обнаружены.
А двое близнецов, скорее всего, это Данте и Неро. Я не помню, Неро это, кажется, тоже, да? Брат или нет? Блин, фиг вспомнишь на самом деле. Так, потом у нас есть сюжет с вами. Что значит смотреть? А ну-ка. Давайте просто посмотрим, что типа это. И па-па-па. Может, типа видеоролики, которые типа все были там. Ну, сейчас. Час 10. Плевать. Плевать, плевать, плевать. Да, походу это типа все ролики за пролог именно. Это знаете, типа если вдруг что-то там пошло не так, да, я могу просто зайти в видеоролики и просто подставить их туда. Довольно удобно на самом деле. Посмотрите ролики. Так это, слушайте, так можно пройти просто всю игру. И не обязательно. Вот, да, видите, вот. А, ну да. Миссия 3, это которую вот это мы с вами играли. Видео. История DMC. Видео 3. Чем она отличается? Это как съемки, короче, проходили с реальными актерами. Ну да, как вы видите, это у нас. Прикольно, прикольно. Съемка живыми актерами. Так не, знаете, это можно будет потом типа. Я хочу посмотреть эта девка, кто ее играл. А это вот эти монстры, да, типа с космами. Или это муравьи? Сломался палец немного. Короче, да, я понял. Нет, это реально прикольно сделано, слушайте. Сейчас посмотрим, там есть спойлеры, типа, наперед, которые. Нет, смотрите, тут даже спойлеров нету. А проигрыватель? А ну-ка, слушать. Давайте я хочу немного прослушать. Да, это классно сделано. Голос стиля. Так, достижения ранга стиля будут объявляться случайным голосом для выбранного персонажа. Хорошо. Этот трек будет выбран в качестве боевой музыки для выбранного персонажа. Нет. Голос меню. Так, название на титульном экране будет озвучиваться голосом случайным персонажем. Это у нас включено. Так, и у нас еще с вами остается одна вещь.
это посмотреть, что значит вот этот вот там. Секретная миссия мы. Давайте классические. Здесь отображается. Я хочу посмотреть, что за пустота. Персонализацию мы будем только делать в миссиях. Здесь я тратить ничего сейчас не собираюсь. Да. Но это будет как-то не очень красиво, знаете, типа в игре нужно прокачивать способности, а не в главном меню. Давайте посмотрим, что это. Прикидываю, сейчас у меня все сбросится, такой, пфф, ясно. Классно. Блин, нужно было купить, наверное. Хотя, потом все сделаем. Так, пустота. Пустота — это тренировочная площадка, где вы можете испытывать новые навыки и приемы. Так, настройку нужно параметры и в меню. Так, та-та-та. Не, я думаю, лучше такую озвучку отключить. Ну, такой, ладно. Выходим. Да-да-да-да. Там выбыл был персонажа, ребята. Выбыл персонажа. Блин, нужно было персонажа выбрать. Ладно. Потом это сделаем. Так, миссия у нас четвертая или это пятая, подождите. А, 4. Ви. Так, хорошо. Что я хотел посмотреть? Галерея. Все-таки я выключу звук, именно когда у нас вот это S-ранг, потому что нафиг она надо. Лучше пускай просто так появляется, да и все. Проигрыватель, голос стиля. Наверное, подтвердить, окей. Ну что, ребят, в принципе, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.